Приветствую, дамы и господа. Продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас по заданиям в Тени Гори. Встретить с Себастьяном на южном побережье. Себастьян прислал мне сову. Похоже, несмотря на наши прежние разногласия, он хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на его местонахождение, и хочет встретиться на побережье на юго-востоке. Бомбарда нужна для этого. Ну, давайте сделаем, чтобы начать сюжет, скажем так. Это абсолютно новая секция для нас. Интересно. Мы тут ни разу не были. Ну что ж, нам предстоит на новый регион выйти. Так, давайте посмотрим, что у нас есть поблизости. Вот у нас что есть поблизости. Давайте туда перемещаться. How nice to see you, my young friend. Угу. Читал тут новости, говорят, то, что она, Данна Игнатия Вайлдсмит, самый ненавистный персонаж во всем Хогвартсе. Так, ну что, давайте полетаем. Опа. А у меня почему-то нет животных. А почему у меня нет животных? Наверное, из-за того, что они... Да. Ну, полетим на пена из-за того, что они все в Виварии находятся. Ревелион. Что нам тут интересного? Там печально известный враг есть. 5 шарики. Абсолютно неудобная система управления, если честно. Так, вопрос, где проход? Так, тормозим. Здесь мы были. А где проход? Карту дайте мне. Проход здесь. Значит, сюда ставим метку. Ага. Так, я там вижу крипту. Что-то я не могу понять. Вроде как сюда ведет. Ага, там бесполетная зона. Так. У меня появляются вопросики. Так, говорят, идти туда. Ну ладно, пройдемся пешочком. Ага, то есть нам нужно пройти через крипт, и мы тогда в том регионе окажемся. Да. Где-то, значит, должен быть кубик для этой крипты. У кубика что-то не видно. Я только площадку вижу. Так, давайте попробуем на площадку воспользоваться, поддействовать напрямую. Так. Площадка явно под кубик. А нет, там снежинка. Ну,
чего-то не хватает. Так. Как такое может быть вообще? Valia. Ага, я вижу кубик. Подождите, куда меня маршрут вообще ведет? Так, кубик мы заметили. Так. 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 Я, конечно, понимаю, что наивно верить GPS-ам 18 века. Так, давайте сделаем наш любимый метод. Оу! Серьезно. А неплохо, они тут так защищены. Быстрее, 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 девочки, давай. Ой-ой-ой. Да что ж такое? Быстрей! Быстрей! О-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Так, что-то мы рассинхронились, ребят. Да, давай быстрее. У него щит какой-то, судя по всему. Он же бежит, да? Да! Любитель побежать, побегать. Да что ж такое? Ему особо ничего не наносит вреда. Его мышь.
надоел. В смысле, ты опять в двух местах одновременно появился, Себастьян? Так. Ревелия. Ну что ж, двух троллей мы того. Следующий на зачистку. Тут есть загадка Мерлина. Так, хорошо, нам, наверное, надо по низу пройти. Так. Ну-ка. Так, магический сундук там находится. Ну и что нам дадут? Разрез 2. Ну так, так себе. Так, ну нам говорят идти туда куда-то. Я правильно понимаю то, что нам нужно будет. Отлично. Идти туда через пещеру. Так. Ну да, получается, что так. Им денег надавали. Тут такое не слабое строительство. Так, успеть, успеть. Так. This looks intriguing. What are you up to now? Молчи.
Так, и что у нас здесь? Велия. Ну-ка. Что это? Непонятно. Ага, ну здесь сундук есть. Но все равно, что это непонятно. Да, спрыгивает уже. Просто что-то открыли. Так, ну идем дальше. Прям красиво сделано. Так, следующий. Any who oppose Ranrok will be eliminated. Eliminated. Интересно, когда так сделала. И все. Что, по-моему, неплохо. Так, идем дальше. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Lucas, to tell us. Сколько вас здесь, блин? You only have Ranrok to blame. Боже мой, какая же ты жестока. Так, что здесь? Стало интересно. Ух ты. Ну-ка. Главное не забыть дорогу назад. Но он не продолжает подсвечивать дорогу с другой стороны. А может и нет. Сундук. Nothing special. К сожалению, так. Шевелимся. Странная архитектура. То есть, с одной стороны, они сделали нормальную лестницу, которая упирается в вертикальную лестницу. Так, ничего нету. Нам бы свиточек тоже забрать. Там сундук пропустили, но... А лут, к сожалению, уже бессмысленный. Ага. Так, мы можем зажечь. Off on another adventure, are we? И нам ачивку дали. Северная часть поселения. Ага. Оу. Старинный компас. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. А, компас, да, вижу. Нам имеет смысл здесь что-то искать? Или можно двигаться дальше? Ладно. Так, что у нас здесь есть? Здесь есть шарики. Ревелия. Прям целый регион. Thank you.
Так. Хочу поискать и посмотреть, что у нас открылось. Так, нам бы, наверное, вот это пламя еще открыть. Тихо, тихо. То есть, как я понимаю, два пути было. Один еще через скриптум. Велио. If I'm safe to explore in there. I've always said that travel broadens the mind. Ой, боже мой. Так, здесь, как я понимаю, нам надо будет прыгать. Давайте сразу сделаем эту загадку. I know a Merlin trial when I see one. Нет, смотри-ка. Да что ж с тобой, девочка? То есть нам нужно прыгать туда. Но ты не допрыгиваешь. А так я могу сделать? Либо защиту какую-то поставить, я не знаю. Ай-яй-яй, нет, не сюда. Кнопку пропустил, вот она. Merlin himself would be proud. Ну ладно, летим к Себастьяну. Ревелио. Как-то здесь много всего. Ага, я вижу источник древней магии. Док миссии, пещерку. Так, вот за древней магией мы все-таки зайдем, поскольку это существенно. Хотя здесь что-то многовато врагов. Пока не зайдем. Я, скажем так, пока еще не освоился с этим регионом. Там еще один источник древней магии есть. Ну, тут шарики есть. Можно шарики полопать. По пути, так сказать. Интересный регион, на самом деле. Так, и тут есть площадка для приземления. Очередная. Окей. Угу. И чё? Всё засчитали? Себастьян где-то внизу. Тут возможно. Ну, ждем.
Себастьяном. Nothing pleasant about this coast. В чем тебе побережье-то не нравится? I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Какой он гад. Может, I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. No. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. И? То есть я веду, не он ведет. Господи. Didn't touch your helm, but thank you for making me the first jumble. One. Whoa! This is almost too easy. You almost had a lucky shot. Gotcha. Put me down. How charming! Number up, why coming back this way? Let's get this over with. Все? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Ого. Обалдеть. Так, все-таки чего-то надавали. И что дальше? А дальше идти наверх все равно. Угу. Ну, побежали. Ты вовремя щит поднял. Some consider them a bad omen. Not everyone does. О, ты красавчик. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Так, ну пойдем дальше. Ну ты молодец, девочка, да, его надо это прогонять. Ага, сюда летать нельзя, ясно. И что будет? I bet the thestral nest's close by. Что у нас здесь, простите? Так, обожите. Так, а где моя I'm sorry we can both see thestrals. Certainly not something I'd hoped we'd have in common.
Один есть. Так, надо сейчас дождаться, когда второй вернется. Давай, 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 возвращайся. Мы тебя тоже своеобразненько обработаем. Мы спасли твоего подруга. Твоего подруга. Чё ты там мечешься? Давайте отойдем подальше. О! Есть, 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 есть. Тормози. Тормози. Черт. Не-не, подожди, он вроде как хочет это сделать. Нет, не хочет. Нет, хоть. Блин, да достал. О. Ревелия. Так, предположим. Угу. Давай, приземляйся, приземляйся. Вот, молодец. Не боись. Да, есть. Он тормознул. Так. Теперь подбегаем. Идиот. Еще удумал. Все. Спасли фестральчика. Так, ну и заодно... Давайте посмотрим. Это, ну, уничтожение, по-моему. О, нет, это ужас. Я не посмотрел. Господи. Ни черта не... Из глаз моих. Так, птичка. Здесь нет птички. Здесь есть закорючка. Закорючку не видел. Ага, вижу закорючку. Закорючка должна быть вот так. С другой стороны. Ой, не-не-не-не-не-не, назад. Так, ну давай так. Есть, хорошо. Теперь это. А, это так. А, и так. Чуть-чуть отличает, серьезно. Ишь ты. Три точки, три точки. Я не вижу разницы. Так, ну и тут более простой. Сюда. Сюда. И теперь перевернуть. Да что ж ты делаешь?
Так, есть. Ну и раз сейчас ночь, давайте быстрее. Бежим. Делаем. Так. Нифига не понятно. Вращать. Ага. Да, вот так, по-моему, ловит, да. Большой пес. Так, все отлично, можно идти дальше. А подчистили, скажем так. О боже мой, так, возвращаем боевую конфигурацию. Так. Wait, we should have some sort of plan. А чё wait? Победите всех врагов, всё. Главное, чтобы этот придурок не мешал. I'm famished. Enjoy suffering, do you? Music. Not easily diverted. Да ладно, и мы погибли, я не заметил. Так, хорошо. Слишком тесно, что ли? А чё вы заагрились все сразу же? Велия. I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Так, для начала подлутаемся. Так.
Где-то здесь есть сундучок. Тут ничего нету. Так, где-то еще должен быть сундучок, да, вижу его. Так. Ужигание 2. Ну такое. Так, нам туда, говорят, идти. Ну ладно, пойдем туда. Ну, Себастьян нам что-то совсем уже все плохо. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Mm-hmm. Можно забраться или что? Ага. Они где-то там наверху будут стоять. Тихо, спокойно, детки. Someone, how nice of you to stop by. I don't think you know who you're dealing with. И все. Так, идем дальше. Игра такая, как характер героев становится все более злой, злой и злой. Я вот думаю, не связано ли это как-то с тем, то, что я делал. Ну, в смысле, не связано ли это с моими выборами, которые я делал по пути сюда. Давайте, валите, 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 валите. Кто такой? Уважаемый жилец, в рамках проводимого министерством расследования слухов о незаконном разведении василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Но не разводил же ты здесь василисков. Неизвестный предмет для рук тем временем нам пришел. Lumos. Давайте, давайте, отвалите, отвалите, отвалите. Все. Так, и тут опять эти, господи. Так, прячемся. Это можно огонь поставить. Покажите, где они есть. Ага. Они как раз расходятся. Давай этот первый. Быстрее, быстрее, быстрее. Ravelio. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrok. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing.
We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrok that we don't. He told me that Ranrok somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrok clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Пойдите в пещеру, говорит она мне. Но только давайте огонек зажжем. Подлутаем чуть-чуть. Что это за место? Башня с туннелем. Да, прям кучка всего. Еще. Но не обязательно. Так, идем. Господи, еще тут накидали. Войти в пещеру. Ну, давайте войдем. Башня с туннелем. Это сейчас Азкабан показали? So far, so good. Revelio. Charming. Ай, пауки. Spiders. How fitting. Нет пауков. Но гоблинов оно тут тоже так неплохо. Паучки-то подрезали. Так, следующие паучки. Ну давай, 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 давай. Копайте в землю, у меня есть задание для дуэльной уловки. Я полагаю, что это нужно делать этой штукой. Ну чё же, давайте второй. Так. Воу, что это было? Кто-нибудь. Так, не удалось закопать. Жаль. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. Какой-то он мерзко пакостный. Подожди, а как до туда добраться? Себастьян, уйди, уйди с глаз моих просто. Ты вечно путаешься под ногами. Так.
Ага. Конфринго! Что дают? Естественный участок земли. I think 3 nudges at least. Так, окей. Мы отсюда пришли. Что это за звуки были? Spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Все? Annoying little beasts, aren't they? Да. И не говори. Идем дальше. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Так. Конечно. Ревелио. Прицелиться вот так. И нет. Отлично. Фу, какие тут стены. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Началось. Мандрагора. И опять закопайте под землю. Я не знаю, что значит выпадать под землю. Конфринго! Спелиамус! Getting through the cavern can't have been the only challenge.
Perhaps we should search for runes. Confringo! Так. We've seen rune symbols like these before. Рун тут дофига на самом деле. Я реально не понимаю, что значит закопайте в землю. Is finding these chests luck or instinct? Тарелка с кошками. Рубиновый отварчик. Ну, давай. В смысле? Can't get out of here quick enough. Вот так, вскрыли. Ревелия. Что это такое? У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас работа над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящейся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка можно запечатать и изучить позднее. Но мы видели... We should look for more. Why couldn't she have kept all our journal entries in one place? Ну, мы видели, как она их хавала. Так, сейчас с кем-то еще сражаться, скорее всего, придется, да? А, ну да, конечно, как же иначе. О, вообще. Тролло-ло. Ну чё, дорогой, сколько тебе? О, так всё плохо. Вау. Так, ещё тут эти дряни. Так, собрать. Есть. Не хватает что. Отлично. Ревелия. Так, это типа намекаете, что мне нужно вот так делать, да? Да не то. That was a piece of work.
More than one. Так, обратно. Rebellion. Здесь нас интересует только вот тот сундук. Это не сундук, это секреточка. Confringo. О, да, сундук с рябиновым отваром. Как это низко. Так, у этого были игрушки? Не, у него тут черепушки. Он эксперт по черепушкам, короче. Да. Но... я могу видеть сквозь. Текстура ужасна. Все, минус 200 баллов в игре. Недоработка. Rebellion. Я еще слышу кучу этих пауков. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Деньги. Так. Запись из дневника Исидора, 5-7. Как же я была рада наконец помочь отцу снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рекхам может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись? И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. Я пока продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Так, где там наша? Берем, тащим, ставим, отпускаем. Уже даже не интересно, типа, эти задачки. Но меня напрягает то, что рябинового отвара столько дают. То есть у нас будет... I'm out of breath after all of those stairs. But the view... Well worth it. А что за view? Оу. Оу. Ну да, это симпатично. Так, хорошо. Здесь нельзя. Один наверху, кнопка, одна кнопка наверху. Что он делает, интересно? А, вторую вижу. Так, подожди, один, два. То есть где-то будет третья. Я полагаю. Тут не видно. То есть я только две кнопки вижу. Раз. И на этой стене вторая. А где третья? Так, ну давай. Раз. Два. Может, надо выше подняться? Another barrier. We can blast through it, I'm certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Ты такой мотивирующий. Так, запись дневника Исидора, 6-7. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей,
обретающий покой становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная, и мне кажется, что нужно попробовать. Good news. This journal entry sounds worrisome. Ага, там можно бабахнуть, судя по всему. Так. Не-не-не-не, не то. О. Almost as good as if I'd done it myself. Ну, он реально раздражает, этот чувак. Оу. Прыгать надо. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych. Так, ну теперь мы их видим здесь. Но не видим еще одной. Ага, еще одна там. Так. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Ты даже не представляешь, товарищ. Так, есть. Ну, конечно. Да, удалось. Там сумка никаких. Так. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Так, запись дневника Исидоры 7/7. Как я могла столь жестко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попытался ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я — исцелить весь мир. Да. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, я вижу тут выход, но там есть еще что-то. Еще страничка. The final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Да, это интересно. Так, я видел тут сундук. Зундук. И кучка денежек. А, ничего существенного. Жаль. Что ж. Пора возвращаться. Да, никаких суперсекретов не видно. Входим в крипту. I cannot believe the journey this triptych took us on. Давайте поместим. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Ну, вы готовы? Давайте. И чё? Оу.
Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgraf, the destroyed painting, it was her! So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory! Yes, yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne.
Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Задание завершено в тени горы. Угу. Так, ну что ж. Ревелио. У нас появилась кучка всего. Так. Доступно новое задание. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. Might better find him. Так, хорошо. Еще что-нибудь? Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Принес Лодгука. Призрачная надежда. И опять Себастьян в Фелдкрафте. Так, восставший Феникс. Да, я думаю, это на следующую серию. История, да, она так повернулась, интересно. Но, думаю, продолжать мы будем уже действительно в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь.